Зажигательная группа когда-то взрывала мировые танцплощадки. Хиты трио «Арабески» напевали на каждом углу. Очаровательные звезды много слышали про Челябинск и давно хотели побывать здесь. А после падения космического гостя решились посетить столицу Южного Урала. И первым делом отправились в Краеведческий музей, чтобы своими глазами увидеть метеорит. Звезды даже отважились прикоснуться к болиду и загадали желание. Ее очень интересуют подобные вещи. У меня даже дома есть небольшая коллекция камней, она собирает их, и даже есть какие-то тоже частицы метеорита. И обычно она говорит, можно даже почувствовать энергию. Ее очень интересуют такие вещи. Группу «Арабески» до сих пор помнят и любят во всем мире. В репертуаре трио танцевальные песни, медленные лирические композиции и даже рок-н-ролл. Легкие, задорные и совсем не похожие на шаблонные мотивы герл-бендов того времени. Одна японская компания постоянно переиздает все альбомы трио специально для поклонников. Очень позитивные, очень открытые, очень приятно с ними общаться. И мне очень понравился их вопрос, который они задали всем нам, обратные, скажем так. Вопросы, которые они вернули, чем же нам, жителям Челябинска, нравится наш город. «Арабески» не первые почетные гости в Челябинском хранилище истории. Недавно в музей приезжала австралийская певица Перука. Звезда была в восторге от раритетов, которые здесь хранятся. Больше всего зарубежные гости понравились изображения южноуральской природы, сделанные челябинскими фотографами, на которые, кстати, также засмотрелись «Арабески». For a time, you should never jump off the merry-go-round. In for a time.